Вы обратили внимание, что да, вот его нет снега. И просто на наше счастье в воскресенье в 10 утра пошел снежок. И где-то за час все, что выпало, благополучно все собрали здесь. Но понимали и то, что а как же нам оформить скульптуру? Нашлись талантливые родители, которые принесли автомобильный фен. И вот с помощью фена, то есть уже подогревали как бы снег, он становился более липким. И уже, ну, до этого уже продумали, что мы слепим фигуру биатлониста.